опасно. Вот, что написано. Норн. Судьбы. От них добра не жди. Я слышу впереди твою добычу.
Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Эти странные дохлые твари. Он пролез тут внизу. Я сам. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик! Где ты? Скорее, отец! Я нашел! Скорее! Атрей! Подожди меня! Атрей! Что вы наделали? Прости! Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так... Ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Ведьма. Здесь я его не исцелю.
Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен, ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Быстрей! Положи его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты? И кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник.
Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Его ищет мальчик. Ему нужна помощь. Прошу тебя, без обеих трав мазь не получится. Пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательней. Что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от... тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили! Домом есть тропа, она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к... Мама про них рассказывала. Не знала, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить.
Вон там! До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и дыра. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. А, похоже на Бальдра. Бальдр. Он ас, сын Одина и Фрид. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Топор не вернулся. Разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора. Только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора. И это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой.
все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее? Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый ношу. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Ты всегда так носишься? Жуть. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда! Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Я готов к работе. Ну что, удачной тебе резни. Гляди в... Оба, сын! Берегись, отец! Подыхай! Башня приведет нас к горе. Я готов. Thank you.
не могу прочитать. Я не могу прочитать. Фу! Сын, здесь еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его. Сюда. Шифра. Нужно найти еще несколько таких. Ох, что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такой нитшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Какой здесь туман? Еще гном. Может, нам... Нет. Он нам не нужен. Я очень извиняюсь. Откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальная весть. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить... Твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... О.
Что? Это что, кровь? О! Над чем ты работал? А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Ну, к делу. В руки. А если все же дашь, скажи ему подольше отпускать сталь. Он корюжит лезвие. Ведь было что-то еще. Yeah!
плохо. Хорошо, да? Тебе многому надо учиться. Осторожно! Я еще не починил! Проклятый привод! Да что с ним не так? Должен быть инструмент получше. Может, тут нужно, чего у нас нет? Странные, как Брок и Синдри. Нет. Почему они не могут поладить? Они же родня. Нас это не касается, сын. Ладно.
Должен быть инструмент получше. Может, тут нужно, чего у нас нет? Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Ого! Вперед! Смисто! Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь.
сюда! Крепко заперто.